о том, что российская армия якобы воюет в Донбассе и несет колоссальные потери. А в завершении неожиданно заявил, что все эти рассказы – ложь. И обвинил авторов программы в том, что они транслируют только мнение, удобное для властей. При этом даже не проверяют, кого именно приглашают в эфир. Самое главное во всем этом, то, что вы во все это поверили, идиоты. Потому что вы вечно лжете своему украинскому народу, дядлы. И такие, как вы, Савик, вы начали первый эту войну. И даже то, что я вам сейчас рассказал, вы как милые это схавали. И будете хавать, потому что вы пичкаете свой народ фейками.